12 марта 2022 год, Харьков. Дружба народов. Кафе Лотта приметное на дружбу народов. Ты смотришь, освободители творя. Ты видишь? Вот там окружная, метров, наверное, 400-500 отсюда. Оттуда прилетают, оттуда россияне прут. Ёханый бабай, ты посмотри, что 16-этажка. Вот это да. В общем, все, что смотрит на циркуны, все, что смотрит на циркуны, это очень опасно, если ваши окна выходят, харьковчане, родненькие. Если вы с Салтыки, с Северной Салтыки, все, что смотрит на циркуны окнами, это, блин, очень опасно. Вот там циркуны. Ты посмотри, выгорело все вообще. Ё-моё, ё-моё. Ах же ж вы. Да, ты, у меня дом 400 метров от окружной на север, на циркуны до окружной. И 400 метров на восток от балкона до окружной в сторону Бобровки. С Бобровки по нам лупят минометами. И нету никаких блуждающих нацистских минометов. Там негде этого ничего ставить. У меня прямое пространство открытое. От балкона до окружной я вижу поля за Харьковом. Ты смотри, что творится. Капец. Авокадо разнесло вообще к хренам. К хренам разнесло. Не вижу я, солнце яркое, не вижу, что оно получается снимать. Но дом просто, это... Он как раз вот это, что я говорю, что на циркуны, у кого окна смотрят на циркуны. Оттуда, если с Бобровки по нам минометами лупят, то с циркунов летят и ствольная артиллерия, и грады. Я человек воевавший, я знаю, откуда оно летит, и как оно летит, и что оно летит, и как оно может долетать. Не надо мне этих соплей в комментариях, что мы сами себя обстреливаем. У нас негде на этих 400 метрах до окружной поставить град, чтобы он лупил нам по домам, понимаете? Это можно сделать, град вообще на 1,5 километра минимум бьет. А у меня 400 метров до окружной, за которой российские орки. Ты смотри, что, во что превратили новенький домик, а? Вот ты, ай-яй-яй-яй-яй. О. Вот то тебе авокадо. Ну вот это как раз, по-моему, хренячили и градами, и минами. Вон записки вручную написаны. Убьет. Не входить мины. Убьет. Не заходи. Какой капец.
Вон этот магазин разнесло. Ну это просто, видать, взрывной волной. Да, и разбили ж все котельные. Ну это целенаправленно, потому что теплосети сказали, что у нас автономные котельные, их по районам. Их целенаправленно разбомбили, именно котельные, чтобы не было тепла. Это не единичный случай. То есть у нас там просто вот за домом моим, перед балконом садик, потом идет девятиэтажка, за этой девятиэтажкой котельная, вот туда скинули, авиация бомбу скинула, бомбы. То есть я зарево видел аж над девятиэтажкой. У меня вынесло, то есть за домом был взрыв, а у меня вынесло стеклопакет на балконе, просто вывалило нахрен. Я туда не ходил пока, чтобы не подставляться, потому что это реально 400 метров, там стрелковая работает до фронта, там стрелкотня, это значит, ну, совсем близко противник, и подставлять. Да, так котельные разнесли. О, ты слышишь, что творится? 16-этажка, караул. Да. Освободите ли нас от теплоснабжения, электричества, интернета. От моего балкона до границы с Российской Федерацией 27 километров. Они могут просто лупить градами, у них есть ракеты. У нас 20 километров грады бьют, у них до 40 километров. Там другое топливо для этих... О, гупает. Ой-ой-ой-ой-ой, ты смотри. Выгорело. Так, ладно, хорошо, уже пальцы замерзают. 22-й год, Харьков. 12 марта 2022 года. Русский мир пришел с скотства. Ну ничего, это ненадолго. Ребята, не с теми вы связались. Ох, не с теми вы связались. Не с теми вы связались. Там дома горелые с той стороны. Ну ладно. 10 часов. Сколько там? 5 марта. Ой, а что ж такое 5? 12 марта 2022 год. Харьков. 10:13. По Киеву, блин, в Харькове. По Киеву. То есть все время будет время по Киеву. Мудозвоны.